Всем привет, с вами Алексей, Харьковская область, 20 километров от Харькова. Сегодня расскажу, как я формирую свои деревья. Задавался вопрос, там, а как грушку формируешь? А формирую так же, как и все остальные свои деревья, и так же, как и фундук, в принципе. Смотрите, я оставляю высокий штамп. Для чего? Для того, чтобы под этим деревом могли произрастать другие растения. Дальше. У меня получается такой, как типа треугольника, да? Вот эта ветка, она уже длинная. Я ее обрежу. Не знаю, когда, возможно, осенью, а может быть даже и сейчас. То есть она начнет ветвиться, и у меня получится такой небольшой треугольник. Она будет без лидерка, я уберу лидера. И получится дерево, ну я не знаю, какой высоты, возможно, сорт, кстати, любимица клапа. Ну, где-то, может быть, 2,5-3 метра выше пускать не буду, для того, чтобы удобно было обрабатывать и ухаживать за этим деревом, потому что без обработок, как показала практика, ничего не получается, болезни и так далее. То есть прыскать надо по-любому, как бы хотелось бы вам этого или нет. Возможно, на этом дереве не получится такого урожая, допустим, на так сформированном дереве, да, как положено на самом деле. Ну, по крайней мере, меня это устраивает. Будем пробовать, и результат я вам обязательно покажу. Я думаю, все получится. Таким способом я буду формировать все плодовые деревья и фундук на своих участках. Участки небольшие, поэтому хочется и под ними что-то выращивать. И это, в принципе, реально. Всем спасибо, кто смотрел. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Вот, расскажите, может быть, я в чем-то не прав, может быть, ничего из этого не получится. Если честно, не знаю, информации нет, я самоучка. Поэтому можете написать, возможно, вы скажете, что ветки будут обламываться. Ну, я за счет обрезки, вот эти ветки получатся у меня очень мощные. Вот. Угол у них хороший, я смотрю, чтобы не было веток под острым углом. То есть это вот есть угол у нее. Она, если будет с урожаем, я так понимаю, ну, как бы преклонится. Но так как вот эта часть будет очень крепкая, она не сломается. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.